Слушай, он с БС скопируется? А, во, не. Норм, вот Пошел? сейчас должно будет пойти. Пошло, пошло. Ура! Всем привет! Угадайте, что сейчас будете, дети! Какое эхо? Нету эхо. Угадайте, кто я? Да, угадайте, кто я. Так, ну чё, сейчас я потерял вкладку. Я, короче... А, у тебя два плеера, ну ты в стерео смотришь просто. На два монитора выводить. Да, ну чё, так, В трезвом норм... уме и не совсем свежей памяти, или как Да, это короче, называется? бабси идет нахер. NES. И на NES у меня выпадает Red Racer. Что-то знакомое. Ну, сейчас тогда это... Уху! Джеки Чан Здравствуй. такой на мониторах появился. Уху! Прям Это за ужас? Это Джеки Чан. А я Ты думал, это чё, просто... это ж пьяный мастер. Нет, не пьяный мастер, Нет? кстати. Это затаившиеся там, Моложе еще. короче, хуи там это Тигр. как-то... Да-да-да. Мастер. Тигр. Вот праздник-то, Red Racer, да, даже проходимо вроде, там хайскор вроде побить всего лишь надо, нет? Ну, короче, Ну-ка. сейчас я его скачаю, я пока трансляцию Показывай. остановлю. О, задумал, сейчас вот должно будет пойти. О, пошло все, точно. Пошло. Ура! Так, пресс X to win. Так, Рестарт объединил, окей. Кстати, а чё звука игры нету? Странно, ща. В микшере, что ли, я вырубил звук? Уно Да кому она моменто. нужна? Тащи давай. Да, ща. Так, а, не, странно, а почему звука нету никакого? А, во, есть. Базвон Бррррр. уже написал, что у игры лонгплей 22 сантиметра. Да, я понял. Тебе вон гол забить надо. Какой гол? Ну, вон написано старт и гол. Ну ладно. О, тут другие машины есть, оказывается. Игра мне чем-то Топ Гир напоминает на Сеге. Топ жир. Топ жир. Топовый Тек жир. жир. Да. Тек жир. Только там были еще противники, а тут... А, вот, что-то есть. Нет, тут есть противники. Что-то Так они можно все еще. есть. Так можно и на Ультрана это сказать, что оно похоже. Ну да. Что-то у противников у всех эти жуки Ай! от спортивной тачки. На мазде прям. А если закрыть глаза на играть, то, возможно, она похожа еще и на Need for Speed с Gran Turismo. Это GTA. Это GTA 5 на NES. 6. На геймбой. Прототип, альфа-версия. У, нихера тут физика, вы посмотрите, что творит! Да, вообще. Таких прожил бы, да. Ай, блин! Там еще таймер, блин, есть. Вон, СР-51 пишет, на Топ Гир больше. Ты же сказал Топ Гир это? Нет. Но. Тёлки нету в тачке, точно. А там не видно, что. И постоянно из окна должен вылазить такой Блин, да чё большой ж такое? пузырек с буквами, который будет закрывать вам пол экрана, и вы нихуя видеть не будете. А это У меня время кончено. кончилось, чё такое? Не доехал почему? Да, чуть-чуть, причем не доехал. Блин. Я вам буду как Старт. один стоите. Смотри, геймплей, блин, один в один, как в этом самом, как в Ультране. В арматурчик это... За время дочека уже. Может, ты немножко не понял, это не летный симулятор, это симулятор вождения машин, не надо летать, Я ездить летать надо. хочу! Там не летал, там Да. не летал. Облака здесь какие-то странные, блядь. А вот Красивые. интересно, как здесь 3D включалось? Ну, так просто синие, красные вот эти хрени включались. Где они включались? Очки-то сами не включались, очки ж просто одевались. А, на селект вроде бы. Да? Да. Ну-ка, Ай, давай. ву, блин! Эпилептиком не смотреть. О, класс. Блин! А-а-а, столбы! Блин, драть их в задницу. У меня, кстати, очки такие есть, но только толку у меня от них нету. Но у Эти меня есть нормальные 3D монохромовые, очки. ну, сине-красные.
Да, по-моему. Блять, английский. Фига себе, меня вытолкнуло. Не спойлери, бля. Зажало просто бутербродом, не знаю, как это назвать. Во-во-во-во-во-во. На! Счастье тебя поимели и там, и тут, бля. Ломикс, тебе для 3D надо, где одно стекло светлое, второе темное. Да-да-да, именно там вертикальное и горизонтальное развертка. У меня время кончилось, а я все еще... Блин, сколько там не дай... Блин, вообще... Мяу. Я уже, бац, такие смотрел, у тестя телевизор такой. Мы много-то смотрели, не помню, что за фильм там был. А сколько тут этих трасс, кстати? Трасса Е-95. Трасса 60. Чё, сколько? Половина. Да. Ай, блин, ух ты, ещё ранечек какой. Короче, я так примерно представляю, что, наверное, чем больше ты врезаешься, тем быстрее время у тебя кончается. Может быть. И после каждого твоего перевертывания у тебя время не останавливается, ну, а да. Идёт дальше. Поэтому тебе... Нужно аккуратнее себя вести как-то. Да. Сдерживай за себя, ты же не блондинка, блядь, в Геце. 8-10 раз. Ага. Считать точно лень. Черт. Охренеть, он прям передо мной появился-то. Блин! Чего у них все машины одинаковые? Фантазии? Блин, да... Зеленые какие-то запарики. Зеленый. Мать. Я не слышал о зеленых машинах. Опять. Вот сказку «Зеленая шапочка» помню, блять, я про зеленые машины не знаю. А тут у игры концовка есть вообще, получается? Да. Блин. Мне вот интересно только что, я с каждой трассы, если что, заново буду начинать, потому что если да, то это же провач. Хуёво, что лорд ушел, поиздеваться ненки. А чего вы сейчас, я думаю, поиздеваться-то? Можешь... Ну просто. Можешь надо мной издеваться, мне пофиг. Road Rash на PS1, Гольфы 2 были. Вот, блин, Road Rash всегда хотел продолжения, потому что первую я даже не видел. Вторую, третью проходил. А, нет, третью не проходил. Помню, у меня карик был какой-то гребаный, блядь. Он после какого-то там определенной трассы. То есть пять этих миров проходить, что ли, надо. После пятого мира зависало все. А второй проходил. Всегда хотел продолжение увидеть. Но не было у меня ни PS1, ни PS2. Не видел я их. Ну. Почему бы не сделать сейчас такую игру? Какую? А-ля Road Rash. Road Trash. Road Trash, да. Вот этот же сделали ремейк, как его? Этот как его? Рок-н-ролл рейсинг. Что такое? Это гонки. Суровый мир дорог, сынок. Суровый мир говна какого-то.
А ты думал, что ты, если с одного говна откатился, то ты на другое не попадешь, что ли? Конечно, знал, что попаду. Ну так и в чем дело? Я, если что, спокойно могу рерулить на NES. Сейчас какие-нибудь, блядь, киргизские шашки попадутся, блядь, и сиди, шевели рогами. Я не знаю даже, как в них играть, ты чё? Я даже не знаю, есть ли такая игра вообще, блядь. Хорошо. Очень перспективный вариант. Двести километров в час фигачим, вообще с ума сойти. Блин, ну думай. А вы, кстати, знали, что в коробочках от презерватива в артбуке лежат? Какие, блин? С картинками какие? Инструкция по использованию, что ли? Это артбук. Окей. Инструкция по использованию, это вот... Помнишь, раньше были телевизор, покупаешь такой старый, и там схема от него лежала. Да. Как будто кто-то в этом когда-то разбирался, блядь. Ну, может, кто-то разбирался. У меня дядька был, вот он, но он без схемы, без этой. Он подходил с паяльником к телевизору, телевизор сразу работать начинал. Ну, без схемы. А там схема такая, помню, развернешь, блядь, на пол зала такая бумажка, блядь. Платиновое издание презерватива с подарочной смазкой. Да, да, да. Причем из платины сделаны презервативы. Ну давай, блин, ну ты сука вообще, блин, да что такое? Опять вот на том же самом месте. Не опять, а снова. Представь, ты даже половины трассы за это время пройти не можешь. Да. 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 То есть какой ты немощный. Какое дно. Вылази из машины и толкай ее. Да, лучше я буду ножкой отталкиваться, больше пользы будет. Ты даже половины не прошел, я тебе скажу. Да. Меньше, чем проехал. Или это половина? Не, ну что это там? Почти половина, я никак не доеду до второго чекпоинта этого. Дави на газ. Давай, мой мальчик, дави на газ. А еще такая позитивная песня про автобус была. Автобус, автобус, дай подергать за тормоз, дай подергать. Вы смеетесь, это русская попса, мне надо смеяться. Это одна из моих любимых песен. Или вот еще «Дети хоронят коня». Там лишь кишки и шкуры его. Как индейцев разбомбить, как собачку утопить, вспоминается. Учат в школе. Блин, охренеть, вот как-то работает вообще физика хуизика, блин. Какая физика, ты о чем? Физику в школе учить надо было, блядь. Тише едешь, хуй доедешь. Бас, а че это ты вдруг по-украински начал разбавлять-то там? Почему бы и нет? Нет, ну я просто имею в виду, что я даже и не думал, что он с Украины или там. Приходи в гости, говорили, не будет весело, твердили они. Да. Ну блин. Да ебись оно конем. У меня вопрос такой еще. Вот после каждой трассы, это, блин, никто не знает, там, это, короче, если я вторую, ну, вот пройду эту, так скажем, и зайду на вторую, то я потом на второй застряну, или там все-таки это, блин, на первую откатит опять? Лучше бы, конечно, на первую откатывали, но... Ага, сейчас, спасибо. Если так, то я возьму и игру поменяю сейчас. Не, товарищ СР-51, понятно, что не про нас. Я имею в виду, что такие люди, ну, как бы, сами виноваты. Да. Надо немножко как-то кричать «Ура!» и с криками вперед бежать, а не сидеть и просто там унывать.
Пора уже бас менять этот. Опять откат, блядь, не на мое имя, а вон на Барматунчика. А, так это твое? Ну да. Ломикс, это я. Да, вот оно что. Поэтому я тебе говорю, тебе еще со мной потягаться надо по откату, чтобы занять нишу. Ниш. Бля! Что такое? Хорошо же шел. Ура! Не спойлили. Блять, ну как тут три машины подряд, тут же, блять, ну как они в ряд стоят, не проедешь. Ну да. А как же бабси? Бабси пошел нахуй. Бабси умер. Да. И сказал, что он не вернется. Барбатончик, у тебя 10 откатов, а у меня 4. Но ты победитель, оказывается, мне еще надо постараться. Да, старайся. Учись у батьки. Все, договорились. Бась, переделывай этого. Да. Бота. Опять откат, блять, это не мое уже, все. Ура! А что, ночь наступила? Ну вот так долго едем, то что я не буду спойлерить даже тебе сейчас, что происходит. Все, утро наступило, наверное. США, весь Германия, НКАТ. А чё, Барматунчик из США, что ли? Ну, типа того. Серьезно? Нет. Ну, серьезно, ты не верил? И ты разговариваешь, как они все там в Америке, типа вот это Кидака, Пайя, Warner Brothers, представляй. Да? Да, представляет это такое американское слово, я думаю. Ну вы там все такой, такой-то матери иди. Ужас, ужас, ужас. Ебая. Ты по-английски разговариваешь? Little bit. Ты сейчас меня нахер послал? Нет, я сказал чуть-чуть. Ага. Бля, не нахуй. Мне стало интересно просто, как это в 3D выглядело бы. Ночной. Ночной 3D. Да хватит водить меня. Ночной дозор. И треснул мир напополам. И превратился дымит в жопу. Пукан. А в каком, где, в каком городе ты живешь там? Санта-Моника. Оп, твою мать. Что? Не-не, ничего. Ну я не тут временно же. Ну я надеюсь. Да а что ты вообще там забыл? Учусь я тут. По совместительству на мультипликатора. Серьезно? Ну да. Блин, красава, чё? Ну, стараемся. По совместительству сейчас на студию чуть-чуть одну в России подрабатываю. Так. Я вот всю жизнь хотел быть мультипликатором. Но потом тебе попала стрела в колено, что ли? Нет, с детства учился рисовать. Нет, сейчас-то я рисую неплохо, но просто карандашом, я дальтоник. Ау. Ну что, в такой степени, блядь? По-нормальному учиться только здесь и начал рисовать. На самом деле, так-то я самоучка все время был. Ну я тоже учился сам. Да, хотел бы мультипликатором, стал патологоанатомом, точно. Так оно и есть, бас. А я вот парикмахер, никому не нужен нахер, вспоминается. Бедный тоже. Да, только мультипликатор создает, а патологоанатом наоборот рушит. Я рушу. Ну да.
Позвольте ну, разбомбить или... ваш пукан, пожалуйста. Мультипликатор. Круто. А чё, вражки? Нет такого учебного заведения? Ну, знаешь, я подумал то, что если хочешь что-то изучать, это тогда нужно изучать это ближе к источнику как можно больше. А-а-а, согласен. Да, у нас мультипликация сейчас удручающая очень. Ну, почему? Последний, вот, например, мне нравится рисовка вот этих вот богателей. Не, я про 3D всякие там. Так ты 3D мультипликации, что ли? Я и то, и другое изучаю. Я должен уметь все. Потому что 3D мне тоже не нравится, а вот про богатырей, которые были, очень неплохая рисовка. Ну да, нет, там хорошо. Ну, единственное... Единственное, что они спиздили все идеи, все опять же с Диснея, но... Ну и Дримворкса. Шрек тот же самый. Да. Ну, я имею в виду, что все это американское. Ну, хотя бы, скажем, взяли русские нормальные народные сказки. Это все-таки лучше, чем показывать детям каких-нибудь, блядь, крокомонстров, блядь. А, фух, я хотя бы с этой же... А-а-а! Нет! Кстати, вот, я у тебя хочу спросить, как у, скажем, более-менее профессионала. Ну. Почему, блядь, в современных мультиках ни одна сука не умеет рисовать? А, потому что сейчас все в 3D делается. Нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, включаешь, когда продолжение Алиенов, не знаю пока еще Казантип. Включаешь мультики, выходит какая-то уёбища. Блять, с одним ухом, блять, глаз, блять, один на жопе, другой на лбу, блять. А, я понял. Голова трехугольная, блять. Я сижу в шоке, смотрю на это, и ребенок мне говорит, это зайчик. Он в упор, блять, зайчика нету. У тебя у всех головы, блять, такие, как будто им, блять, не то что кирпичи, их с детства лопатой по голове ебашили, причем каждый раз в разные места. Ну, сейчас многие просто еще это... рисует с уклоном на то, чем упорить и тем лучше, типа тем больше развлекухи получит ребенок. И все. Почему должен ребенок получать удовольствие от того, что он смотрит на зайца и этот зайц не выглядит как зайц? Ну не знаю. Ну короче это, они еще пытаются все по-дикому упрощать, чтобы было как можно легче анимировать. То есть ты хочешь сказать, что голову круглую нарисовать сложнее, чем треугольную? Ну, иногда да. От руки, когда рисуешь. Прямую линию легче провести, чем идеальную окружность сделать такую же. Ну, согласен, да, ну. Ну, слушай, я еще не в индустрии, поэтому я полноценно нормально ответить на этот вопрос не могу, к сожалению. Я сам сейчас думаю, вот. Как-то вот так они решили, то что так типа лучше будет, наверное, я не знаю. Какие были раньше художники шикарные, такие да. Мультики рисовали, а сейчас, блядь, включишь новых черепашек ниндзя, блядь, и не то что смотреть, блядь. А я вот так их и не смотрел, кстати. И не смотри. Последних черепах, которых я смотрел, были 2003 года, что ли, вот эти. Они адекватные были. Я смотрел только сериал с 90-х, мультики имею в виду. Потом я пытался посмотреть каких-то там 3D, которые типа там продолжение по фильму или что, короче, я начал, бросил, потому что это говно. И вот что я с удовольствием посмотрел, это где черепашки из трех вселенных встречались. А, да, ну вот, это там как раз вот черепашки из 2003 года. Да, там были стили. Черепахи навсегда называются. 80-е, потом да. Новые и совсем первые еще. Ну да, из комиксов. Черно-белые вот эти. Черепахи. Прайм. Первичные, блин. Вот это еще было еще интересно. А все, что выходит после. Фильм, блять, ну как можно было черепахам ноздри и губы сделать? Ну, они на черных стали больше, похоже. Сейчас же всех стараются делать. Черными из-за того, что президент какой. Mm-hmm. Еще и специально сделали, чтобы они там битбоксом. А, да, в лифте. Я вот фильм не смотрел, но момент этот мне присылали.
Да, и, блядь, всем нравится этот момент. Чего в нем хорошего? Они едут спасать, блядь, чуть ли не весь мир на лифте наверх. Ну, да. И от нечего делать, начинают битбокс там петь, блядь. Ну, а в принципе, а чем же занимаются, типа, герои, когда... Ну, это шутка такая была, я, может быть, сказал. То есть, типа, чем занимаются персонажи, пока нефиг делать. Поверь мне, блядь, мы бы с тобой сейчас шутку придумали веселее. Мы с тобой даже не сценаристы. Вот Бас правильно пишет, что вместо Шреддера какой-то, блядь, трансформер. А, ну вот это вот мне, да, я слышал вообще, пипец, тоже не понимаю, нахрена это было делать. Зачем надо было Донателло уродовать, какие-то очки, какие-то прибамбасы ему там вешать? Нахуя это все? Бищ, чтобы показать, что он задрот, они пытались показать, что у него есть свое я, так надо было это слушай, через чувак, фильм, ну пытаться. Слушай, если ты вот к этому так придираешься, я вот... Сейчас тебе скажу, какой абсурд происходит сейчас в Марвел. Капитан Америку сделали черным. Ну, если честно, я вот, как бы сказать, Марвел так сильно нет, знаешь... Ну, просто понимаешь, персонаж Капитана Америка, его создали во время Второй мировой войны, ну, вот, ну, да. 40-е годы. То есть, я черный знаю, человек, в принципе, не мог стать Капитаном Америки в то время, потому что он должен был символизировать их. От черных тогда, извиняюсь, что с ними делали? Их идиотами считали, притесняли, они прислугой были. Ну да, их кастрировали специально, ну как сказать, без соглашения, чтобы детей у них не было. Ну да. А как насчет Бакстера Стокмана, которого наоборот сделали белым? Ну да, потому что он батрачил на Шреддера. Что это такое? Баха, чё вы доебались кинцо с бумами и бахами на один разок? Ну, Зантип, я согласен, что это фильм на один разок, но понимаешь, от черепах я ожидал большего. Потому что это что-то из детства, это должно быть что-то... Вспомни первый, я не говорю про третий сейчас, про первый. Я сейчас часть. Хуже проехал еще, чем было. Блин, первые две части может. Фильма были шикарные. Я не пройду эту игру, я стопудово вижу, это не мое вообще. Сейчас последний раз попробую, и если сейчас ничего не выйдет, то я перевыбор буду делать. Не-не, Арни будет нормальным, я видел этот рекламу фильма, все будет отлично. Про Терминатора? Там, кстати, да, они там интересную вещь придумали, они там вроде нашли похожих актеров со второй части. Ну так, там китайцы какой-то. Генезис вот этот. Genesis, который на самом деле произносит. Азантип, согласен, если сравнивать оригинальных черепах, которых я в жизни никогда не видел, с тем, что я видел в детстве. Понимаешь? Ну. Это и была ориентирована на детей черепахи. Их переделали специально для детей. Да. Только тогда они выстрелили, потому что когда они были для взрослых, и смотрели буквально комиксы покупали. По сколько их там выпускали? По 30 штук? Ну, не по 30 штук, но очень мало. Вот именно. А когда их на детей переложили, они стали знамениты. Ну да. Ребята, хотите разбогатеть? Разбогатеть! Да, охотники за привидениями вообще бабами станут. А, блин, ну да, это вообще пиздец какой-то. Потому что когда собирались делать третьих охотников за привидениями, Билл Мюррей сказал, вы чё, ёбу дали, я не буду в этом сниматься. Может быть и хорошо, блядь, может он сценарий прочитал и решил. Может быть. Но он сказал то, что всё, это он не будет в Охотниках, а Билл Мюррей, считай, его персонаж тащил Охотника за привидениями. Mm-hmm. Своим сарказмом вот этим охренительным. Сейчас ещё и этот умер, как его, который профессор этого играл, как его, Бенкман или как его. А, сейчас... Уильямс, Робин, что ли? Я не знаю, как его зовут. Казантип, вот интересно. Ты говоришь, где твои брутальные серьезные черепахи? В то время я не знаю, сколько тебе, конечно, лет, но даже когда они появились, меня, по-моему, еще даже не было на свете. Я не мог их знать даже. И тем более в то время, когда я жил в 90-х в Советском Союзе. Комиксов вообще никаких не было. Ну. А первое, что мы увидели про черепах, это был этот мультфильм. Это было первое знакомство с ним. Потом появились фильмы. И черепах я до сих пор не видел, кроме вот как в этом мультике «Черепахи навсегда».
где они ну, показали, что они такие брутальные и так далее, и так далее. Единственное, к чему, кстати, могу придраться в «Черепашках навсегда», то, что «Черепашек 80-х» сделали, ну, слишком уж какими-то упоротыми немного. То, что они постоянно ржут и фигней занимаются, как будто у них характер. Это был детский сериал, правильно, чтобы и продавать игрушки. Это Дэн, сволочь, прячется под именем Казантип. Какого хрена? Кого ты тут прячешься? Кого ты боишься? Черепахи ему не нравятся. Ну, я вот вообще сейчас даже первую трассу не прошел. Причем я от финиша недалеко был. Не, я не смогу это затащить просто, поэтому я сейчас перевыберу опять. Да, я такой. Так. Бас, пиши опять, восклицательный знак Ломикс. Да, давай. И что? Base is loaded 2 какая-то. Я без понятия, что это такое. Так, ну тогда сейчас я стримчанский приостановлю. Как найти, блядь, эти настройки в восьмерке? И знаешь, какой был ответ на официальной странице Windows? А, ну. Зайдите в раздел «Найти», напишите там, блядь, это... настройки, нажмите Enter, он вам найдет. А, отлично, это, сука, бейсбол. Так, чё там? Борн, ты можешь не приставить, просто ставь заглушку и все. А, окей. Я просто дашборд меняю же. Один игрок. Выбрать лигу. Восточная, западная. Западная давай. Выбери свою команду. LKOTHLU. Окей, давай. Че, группа тише сделаю, кстати. Ну что, я тебя поздравляю с очередным реролом. Не, погоди, может, он проходимый. Тут же не турнир, здесь одну игру нужно выиграть. И после знаешь, этого. Правила? Да нет, ну просто здесь давали бы это. А ты хочешь тупо просто на этот. На ура пробежать сейчас. Ну попробовать. Пожалуйста. Дэн, согласен, да, понимаю, что это делали черепах для нового поколения, не для нас, не для старперов. Поэтому, чем новых черепах, еще раз смотреть, я лучше старых пересмотрю. А вот кому нравится новый, пусть смотрят новый, я не против. Это как Человека-паука, пересняли нового, хотя, блядь, старый-то вышел-то вот недавно. Они решили, что переснять надо, будет веселее. Что происходит вообще? Бейсбол. Вон пинчер. О, страйк. Как пинцун один раз годится, ну пожалуйста. А например, первый-второй черепашек я пересматриваю, наверное, раз в год. Это не кинцун один раз, как по мне. Это опять же только мое мнение. Борм, тут по умолчанию турнир. Лонгплей, 7 часов. Все, рерол. Один, нет, так, то 10 было. 11. 12. Сейчас будет 12. Так. Не, ну это охренеть, это просто пиздец же какой-то. Бас, это 100% инфа насчет 7 часов. Да. Ну, кстати, Дэн тоже переспрашивает. Вот-вот. Лонгплей. Угу. А тут ссылка на YouTube. Да. Не, ну слушай, ну я... 7 часов 15 минут. Все, в жопу, в жопу, в жопу. Стоп. Это только первая часть, написано же. Первая часть? Еще есть вторая? Ну ты... больше скажу. Ой. Я вижу пятую часть, которая идет 5 часов. Господи, кошмар какой. А четвертая часть тоже 5 часов идет.
Мне какой-то Spy versus Spy выпал. Говорят, это изи. Spy vs. Его же уже играл кто-то. Это же про этого носатого чувака. Да? Она короткая. Да, кто-то недавно проходил его. Блин, ща я Steam вырублю, у меня, походу, жрет что-то дофига. А, чуть-чуть другая. Ну, там игра такая, типа... логическая какая-то. Полуплатформер, полулогическая, что ли. Игра про траллинг. Да, там надо от одного убегать, да, постоянно. Вот оно что. Два одинаковых чувака. Сейчас я скачаю. Блин. Мне по-хорошему нужно Яндекс.Браузер позакрывать до хрена вкладок, а то, блин, у меня тут всего понадкрыт. Фига себе, на 28 килобайт весит. Мне кажется, мне не хватит места на жестком. Суть, короче, надо все вещи собрать и выйти в дверь с самолетом. А, и все? Угу. А траллинг, я так чувствую, там ловушки нужно будет просто стоять, типа. Про двух чудиков носатых. Один белый, другой черный. Два веселых гуся, блядь. Пять уровней. А, надо собрать все, не дать забрать товарищу своему. Ну, в смысле, который там бегает другому. Понятно. Ну, звучит не так плохо. Она на много игровках была на Донде часто. Да, я вижу. У меня чатик открыт. Там вроде 5 уровней. А, есть? У меня турят чат открыт. Я просто его не люблю стримить, чтобы не засирать картинку. Ловушки там будешь стоять. Понятно, понятно. Так, где тут мой NES? Просто 7 часов я... Нет, спасибо. 7 это только первая часть. Ну, тем более. 5 частей по 7 часов. Тренировка против компьютера, против игрока. Ну, против компьютера я не буду тренироваться, наверное. Первый уровень. Так. Да, с таким настроем ты не скоро, блядь, пройдешь. Ты будешь, наверное, после меня, блядь, пройдешь это все дело. Да. Потому что я играю медленно, а ты, по-моему, блядь, со своими откатами будешь еще медленнее. Да, может да, быть. Вот эти два носатых чувака. Надо за этим еще уродом следить. А, надо пошел в жопу. Единицы. Блин. Не, да уйди ты. Всё, я... Ай, меня откинуло. Тебе сначала нужен чемодан, потом чё, перебить. Я чё, сдох уже, что ли? Ну, вот другу пизды, вот, блин. Не, ну, а я чё-то не появляюсь. Ава появился. Так, а ты чёрный или белый? Я белый. Ага. Я зонтиком. Я чувака взорвал своей бомбой. Ай! Сучий потрох. Блин, у него уже два предмета. Веселый. Там лимит, да? По времени еще. Угу. А, ой, блин, не заметил то, что внизу появился. Не ходи в дверь с самолетом. Во что? В какую дверь? Беги туда, где он сдох, и забирай все, что с него выпало. А, этот, вон, вот оно. Подсказочки. Да, понял. Ха-ха, лошара опять сгорел. Ты можешь его отпиздить и отобрать вещи. Это, короче, ай, бомба! Мог. Блин, надеюсь, мне скоро в хавку привезут и я свалю отсюда.
Так куда ты? О. Да блин, да чё ты зажал меня, пидор? А, теперь я внизу появился. Класс. Да блин, да отвали ты от меня. Дурацкая игра, если честно. Давай тащи, блин. Да, это понятно. Такой... чё меня ща убило-то? Да, а, время кончилось. Зашибись. Ща ещё. Естественно. Погнали. Ща разберусь в механике получше, чётко. Так, туда я поставлю. Бомбу положу. Чуть не сую, блин. Нет. Сука, пошел в жопу, короче. Без чемодана у тебя может появиться, получается, что у тебя без чемодана ты только одну вещь можешь взять. Ну а мне чемодан как... Вот у него чемодан, сука. Вот иди пизди его. Да уже я пизжу во все, только блин, он меня убьет сейчас. Не, пошел в жопу, нет! Нажмешь на селик, тут карта вылезет. Ни хрена на селект карты не вылазит. А, их складывать еще можно, оказывается. Их можно перепрятать. Он, кстати, помер, вон, смотри. Да, я вижу. Блин, тут просто камеры так меняются, это, ну, то я сверху, то я снизу оказываюсь. Ага, пошел в жопу. А, там еще разные эти ловушки есть. Я только одной пользовался. Так, у меня... Две вещи. Да какие две? У него последние. Ай-яй, не пизди меня. Ай, блин, я вот пошел в жопу отсюда. Блин, он сейчас победит, сука. Из-за того, что я, блин, это, топанул. Стоп, а вот если я чемодан убрал, то это считается то, что его спрятал или нет? После моей смерти все равно. Что я хуй знает. Не знаю. Сейчас посмотрим. А, не, во, заебись. Я вот так спрячу, короче. Сейчас пойду дам пизделей этому уроду. И сюда. Да че он бьет мне сильнее? У него нож, что ли? У него нос острее. Да. Время нужно ждать, когда воскрешусь. О, отлично, он сдох. Ну, где там вот, предмет последний? Не, а куда все мои предметы делись? В игре 8 уровней. Эх, ты ж, блин. Эй. На что, блин, менять? А, на Б просто нажимать. Понятно. Кто там кастрюлями шумит? Не знаю. Блин. Нафига мне зонт этот? Типа самая последняя вещь, что ли, будет. Ой, я свои вещи нашел. Может, с помощью него как-то ловушку можно сделать. Может быть. Ой, блин, я сам свою ловушку же зачем напоролся, хотел проверить просто. Черт, у меня время кончилось. Зонт спасает от кислоты в двери. Какой кислоты в двери?
Ну, видать, на дверь сверху кислоту какая-то льется, блядь. А тут выбор уровня есть. Можно на любой... Ну, это отлично, значит, можно играть спокойно. Можно потренить. Да. Третий, пятый, шестой, седьмой, восьмой уровни двухэтажный. Ну да. Охренеть. Я сейчас... Ты можешь белую банку над дверью поставить. Тот, кто откроет, тот умрет. Ха-ха, я его пером замочил. Шелкопер. Затыкано. Да. Научись карту открывать. Пригодится. Ну, так понятно, что потому пригодится. Потому что дальше карты будут больше. Так она не открывается на селе, как мне сказали. Блин! Ну она как-то должна открываться, потому что он открывает ее. Ну ща. Старт или еще что-нибудь. Старт паузу вызывает. Так, где мой прыг? Какого хрена? Класс, блин. А, во, кислота убила этого придурка. Так. Пункт с портретом страшным. Блин. Не в той. Я был в комнате с портретом. Ладно, господа. Давай. Я вас покидаю. Всем спокойной ночи. Спокойной. Дипад мув, селект пауз. О чем я говорю? Так, у меня все предметы же. О, я смотрю, тут уже откат был. А, да, мне выпал бейсбол еще. Это, блин, сволочь. На 7 часов с лишним. Так, на первый уровень прошел, вроде, получается, вот этот. Б, ну там предмет нужно, карта понять, какой просто будет. Ну, так, теперь второй уровень. Так, какая из них карта? А, вот, нужно пролистывать просто, понятно. Так. На карте отображено в каком-то вещи. Понятно. Ща, вот следующий. Вот здесь должна быть вещь, но ее тут нету. И в этой вот должна быть. Вот одна. Тик. Не хочу оставлять там. Дайте мне вещи. Ой. Привет, я тебя еще напинаю. Убежал, зараза. Вот так. Так.
Это ж сволочь, нашел ключик. Эй, не хочу умирать. Так, вот здесь должна быть оплеуха какая-то. Так, налево. Ты же ему ловушки ставь. Да, но я пока предметы пытаюсь искать еще. Так, вот здесь. Так. Да блин, зачем я вот не понимаю, когда вот кладу, почему-то это пропадает из моего инвентаря предмет. Без чемодана бесполезно искать, окей. Будем искать чемодан. Ну, у меня нож теперь есть. Это облегчит задачу. Так, я их в одну комнату складывать буду. Вот так. У него чемодан. Сейчас отберу у него чемодан этот. Так, а, вон там. Ну, блин. Все, вот так. Теперь вот сюда. У меня уже 3 предмета. Последний остался. Так. Ай, бомба! Хорошо, я... Блин, а я их спрятал или нет? А, у того время кончилось. Так. Молотом осталось поменять. Так, да. Где мой чемодан, блин? А, во, все, бежим к финишу скорее. 5, 4... Блин, бомба! Вот жопа! А собрал уже всех предметы, но этот козел там бомбу успел поставить на выходе. Если тебе не кажется, ты можешь тут же выйти из комнаты, это газ, и не умрешь. Так, окей. Ну, я тактику разработал здесь, короче, как проходить эту игру. Это легко очень, на самом деле. Так, сюда. Сейчас будем всех перетаскивать в одну комнату. Ай-яй-яй, пошел в жопу. Вот так тебя ножом затыкал. Так, так, понятно. Тут здесь, а тут пусто у нас. Ой, что это у меня? Ой. Я не знаю, что это. Так. Черный вот за этой дверью. Ай, черт, кислота! Ну ладно, у меня предметов не было, слава богу. Это обезвреживать бомбы. А, кусачки, понятно. Так, где там? Наверх. Вот здесь где-то должен быть. Вот, ключик тут. А, я здесь не могу спрятать. Ага, окей, тогда вот в соседней комнате спрячу. Так, у него чемодан, мне нужно его убить. Так, где он там? Понятно.
Успел? Ай-яй-яй-яй. Открой, открой ящик, пожалуйста, дядька. Это... А, вот, я тебя вот так убил, короче. Ай, бомба, блин, он меня тоже замочил, он там хорошо спрятан. Я иногда забываю следить за тем, что он делает, блин. Ты сам же ему положил. Да, разве? Черт. Блин, чемодан опять у него. Так, где он там сейчас у нас? А, понятно, спасибо, что сам показал мне. Так, отдавай чемодан, сука. Все, чемодан у меня. Теперь бежим наверх. Срочно. Нельзя медлить. Ключ. Теперь здесь. Вот так. Все. Так, иди в жопу, я тебя сейчас завалю. Мои предметы. Моя точка. Все. Второй уровень пройден. Чуть недолго хавку мою везут, кстати, смотрю сейчас, как давно я заказал там. Где мой таймер? Там просто на сайте таймер идет, показывает. 40. А, не, нормально еще. В течение 10 минут должны будут привезти примерно. А сколько тут всего? 8, походу. Я вот 2 прошел. Так. 3, 4, 5, 6, 7. Да, 8 тут их. Вот, двухэтажный уровень появился теперь. Охренеть. Так. Ясно, понятно. Ай, там бомба уже была. Нифига себе, он шустрый. А вот там лестница наверх, походу, кстати. Так, ну это мешочек у него. Чемодан важнее будет. Так, здесь палку я нашел. И обезвреживатель. Отдай мне свои предметы. Так, понятно. Ой, блин, ну чё ж здесь сделал, я дурак. Ты сейчас газ соседний распалил. Говорю, на коже смотри, ты синий был. Да еще раз напомни там. Про синего я забыл, что там делает. Выходите из комнаты, когда у тебя рожа синяя. А. Окей. Так я на второй этаж. Да не, куда ты вниз пошел? На второй этаж, говорю, хочу. Пошел в жопу. Я первый. Ой, пауза. Так, понятно. Так, ладно, спрячу его тут пока. Да блин. Окей. Наверх, наверное, налево. А, да, вот. Что-то я не понял. Как... Получается, заходов туда. Да, прошел. Третий уже. Да. Двухэтажный вот. А, тут разные лестницы еще. Да куда ты, блин? Анимация вот эта дурацкая, блин, вообще. Не, о, чемодан у меня. Вот это хорошо.
А, так, сейчас, секунду. Мне там свыше это привезли. Сейчас. Так, ну я тогда, наверное, сейчас стримчанский это прикрою, потому что похавать пойду. Ну, я тогда уже спать ложиться буду. Угу, окей. Конфур забью. Ну да, конечно. Ну все, давайте, я эту игру точно потом допройду. Это не так сложно. Так что всем удачи, всем пока.